Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я расскажу вам о своем уходе за зубами. Это, в принципе, видео по запросу, меня просила одна девочка, не буду открывать сейчас, смотреть, кто конкретно, но, в общем, она знает, просила рассказать мой уход за зубами. Я расскажу, в принципе, быстренько свой уход за зубами. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, первое, с чего я начну, это... Уже давно я начала пользоваться обязательно мягкой щеткой для зубов, потому что когда у меня была жесткая щетка для зубов, она у меня стесывала эмаль, вот такие чувствительные зубки у меня были. Поэтому я перебралась на мягкие щетки и пользуюсь, в принципе, обычной вот такой вот щеткой, это Rox. Мне она очень нравится, пользуюсь я ей утром, вечером, ежедневно. Пасту я сейчас очень обожаю, мне вот это нравится, паста от Nu Skin, мне очень нравится ее запах, ее вкус, она мятная, но не сильная и, ну, в общем, поднимает мне с утра настроение уже на самом деле. Следующая моя паста, ну, как бы это не принципиальный вопрос, потому что мне ее давали на обзор, и она, в принципе, не так дешево стоит, да, но она классная. А следующая у меня вот Сплат. Пасты я всегда выбираю для десен, потому что мне кажется, что в первую очередь десны должны быть здоровые и укрепленные, тогда, в принципе, зубы будут здоровые. Отбеливанием я не занимаюсь, не покупаю, да, для отбеливания специально пасты, потому что зубы у меня отбеленные, я пробовала пару видов отбеливания. Если будет вам интересно, задавайте в комментарии, я отдельно сниму об этом видео. Но все равно, если мы пьем вино красное, чай или кофе, или в принципе едим, налет так или иначе собирается, тот, который простой щеточкой не снять. Поэтому раз в неделю я пользуюсь вот таким комплексом, я использую вот такую вот щетку, которая включается и у нас и в разные стороны двигается. Это Oral-B Brown, ее можно купить в Ашане, я ее покупала за 2300 где-то или 2500 около этого. У нее имеются две насадочки, одна мягкая, другая пожестче. Лучше использовать пожестче, но я, к сожалению, не могу найти коробку дома от нее, где жесткая, поэтому мне, в принципе, подходит и мягкая. Я использую вот такой вот порошочек особый. Самый простой вообще в аптеке, его можно за копейки купить. И просто раз в недельку я чищу все зубки вот этим порошком. Также можно использовать соду, если нет порошка, или активированный уголь. Он очень хорошо очистит у вас камень с зубов. Вот этим я занимаюсь. В принципе, у кого нет такой щетки, ну просто мне кажется, что она более эффективная, прям результат сразу видно. Можно и обычной почистить активированным углем, или содой, или вот этим вот порошком. Думаю, что я еще найду себе какую-нибудь пасту, да, которую вот именно прям в салонах используют, потому что я ходила, когда не в салон, а к стоматологу, к своему, и она мне чистила. То есть у нее тоже вот такой, ну более, конечно, такой драйвовый этот, ну вот эта вот штука, как она у них называется там, да, очищается, и у них прям какая-то паста, вот по ощущениям она как будто с камнями там, с какими-то вот, все вместе, да, поэтому очень хорошо все убирает. И я вообще хочу поискать что-нибудь такое, чтобы не пользоваться содой или активированным углем, вот. Поэтому, если я что-то приобрету такое, я обязательно с вами поделюсь вам и расскажу. Но на сегодня мои уходы вот такие. Раз в неделю делаю я особым порошочком и утром-вечером чищу своей любимой пастой, которая освежает дыхание и делает мои десна крепкими. Итак, если мой уход был для вас интересен и полезен, обязательно ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Много интересного впереди. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.